Вступай во фракции, будь в банде. Крутые тачки. Аризона 5, сервер Liberty, промокод Лахма. Вступай в нашу семью. Ссылка в описании. Алло. Алло, Лахма, ты? Нет, это не я, ты кто? Я тот, кто ты кому-то звонил только что. Я как тот, ты? Кто ты кому-то звонил только что, да? Нет, нет, как ты? В смысле, нет, нет, Мозала, ты зачем обманываешь меня? Ты только что моему другу звонил. Я только что твоему другу звонил, ты зачем что перезвонил, скажи мне, мой золотой. Просто поговорить с тобой хочу. Просто у тебя еще говно на жопе не высохло, ты мне звонишь сюда, взрослому человеку. Ты зачем так разговариваешь? А как разговаривать, Ара? Ну я с тобой плохо разговариваю. А я с тобой, Ара, чё, как-то не так что разговариваю, Ара. Ну а про говно зачем ты говоришь? А зачем ты говоришь домой разговор, Ара? Как у тебя дела? Да ничего, нормально, жесть, твоим молоком на губах, жесть, твои как дела? Отлично, лохцок. Дальше что ты хотел мне сказать, мой зал? Ты там что делаешь? Я там ничего не делаю, мой золотой. Ты там что делаешь, мой родной? Я на почте тусуюсь, тебя жду. Ладно, давай, уйди. Подожди, мой золотой, повиси на линии минутку. Дядя Армен тебе сейчас кое-что хочет сказать. Давай, жду. Жди, меня мама 9 месяцев ждала, ты что ли не подождешь, мой золотой? Доктор. Да, добрый день. Добрый день, расскажите. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Как ты, брат? Бомбово, брат, и как? Чудесно, это как, скажи, да как? Ассаламу алейкум. Валикум. Это чудесно, брат. Надо к Фаре на хату поехать, Фара тоже где-то жизнь. Да, на словах вы можете порвать, отсосать, что угодно сделать. Дели надо. А ну покажите второе вот это, да? Эй, братья, Зуко, слушайте. Зуко. Ассаламу алейкум всем, братья, как вы, чё вы, где вы, как там, братья, у кого-то есть свободная хата, да, туда зайти куда-нибудь? Встающая налево. Вот здесь. Что, зелёнка не готова, правда, но это, заезжай. Да не говори, да кем бы. Во время биткоина было покупать, ребята, жесть. Давай-то подождём здесь всех, как брату. Давай. Чтоб они все увидели, чья это хата, да? За слова отвечаю. Эй, сфоткай да этот, набери да Ордашу, я на вот это льва сяду, сфоткай да мне. Ордаши. Вы же сказали, у пахана с кармана 100 штук возьми, приходи, с тобой будут на рейвиках, на авиках, на чем по кайфу. Ты говоришь, кейс тоже ты не умеешь играть. Давай поиграем, если ты же не умеешь. Ну, насчет кейса, он прав. Да, он может тебе, я думал, тебе это говорит, дурак. Да это не умею, я что-то профи-игрок, что ли, брат. Я тогда с пацанами бамбу пострелялся, умер и все, ушел. Один килл. А я, наверное, жесть там, я не знаю. Ты сколько, брат, ее уже играешь? Больше не знаю. Ашали, ты зарядил уже. За неделю уже хочешь играть. Я, брат, жесть, перед сном пару каток даю, брат, за всю свою жизнь. Последние две недели. А я сплю очень редко. И хаты внутри не меняются, что интерьеры. Ты можешь, похоже, на тигра быть только из-за того, что ты яйца себе лежишь, брат. Эти на спибага, блин. Мак и свита тоже осталось. Бля, чья хата это? Одного мужика сына. Да, слава. Это у сына нельзя сказать. Отца сына, что ли, а? Отца сына. Тут нельзя завтра, чтобы одна девчонка мне отца сына сделала. Не-не, это... Эй, молодой, спотите! Эй, молодой, успокойся, мы здесь не пришли драться. Мы пришли здесь вопросы решать Кириешкина по поводу того, что за него говорят по городу. Ладно, сейчас, пацаны, я на дальняк пойду. А где гаджишка? Пойди, да, сам на дальняк. Ты же есть дальняк. Атака, не забудь спустить летний лоток. Ему что на дальняк ногу поднял, блядь. Киригниюга, приколи, да. Кириешкин, ты здесь, да? Кириешкин? Он оттуда на дальняк пошел. Колесо найди, да вон там от машины. Слышь, ты чего не ждуешь? Иди сюда теперь. Не ждуешь. Ты молодой, да. Не ждун. Ты откуда, скажи, да? Я? Нет, я. Ты откуда? Не откуда, сам по себе.
Не, ты же откуда-то прилетел, с какого-то гору. Я тут 2 года уже играю. Ты мне сам. Ты чё, да, чужно сейчас, как тебе 2 года? 2 года? Я давно в Якудзе закупил. Тебе же самому 3 года, чё за 2 года? Во что играешь ты, скажи, да. Я? Да. Во всё, что можно. Не, ну во что ты и 2 года, говоришь, здесь играешь? Что играешь? GTA-шку. Что играешь? На Аризоне. А Аризона это что вообще? Это GTA. Если ты знаешь. Мы играем в Рейджи. Понятно. Ты думаешь, Аризона это GTA, да? А GTA это Rage, да? А Rage это компьютер, да? А Кирешкин это человек, да? Вот ты ошибаешься уже. Кирешкин на 3 на дальняк отошел по большому через телефон, включил, сейчас смотрит, что мы здесь на него качаем, приколи-то. На лотке сидит. За слова отвечаю. Сейчас лапами уже копает, бываешь, и подбегает к компу. Чуть-чуть на задних лапках застряла какашка, что убрать хочет. Он уже подняться туда. Клавиатуру вытирает. Саламу алейкум всем. Чё за движ, ребят? Чё за движ? Не, ты так залетел, бываешь, как такой аксакал, бываешь. Как местный, брат. Да, да, как местный. Я зашел, я поздоровался, братуха. Ты поздоровался, понятно? Ты вот с виду как аксакал, бляжи, а внутри ты как аксакал, по-моему, нет? Сейчас, подожди, ну подожди. Давай, давай. Сейчас в телефоне полази. Сейчас, секунду, сказал бы. А ну, повторись. Повтори, ты, мажи. Да. А где ты? Где? Кто со мной? Почему до этого не прогуглил, как правильно в хату зайти, да, и зашел? Да я поздоровался. Я себе, я зашел, я поздоровался. А чё? Я чё? Не-не, а давай по одному раз. Чё вы так хуйнище? Подожди, подожди. Хорошо, братан, послушай. Тихо, Киречки, не. Чё? В хату кто руки поднимает? Вы чё, ребят? Подожди, один вопрос, он ответит. Да, скажи, брат, давай. Вот я с этого стола мы хаваем и так далее. Ты зачем ногами сюда залезал, скажи? В розовых. Здесь я извиняюсь, брат. Здесь я извиняюсь, брат. А где ты именно наступил, скажи, да? Это Киречки похава должен был. Подожди, у тебя подожди. Не, подожди, подожди, вы можете по одному разговаривать? Я с тобой разговариваю. Ну и вот, ковыри, все, я тебя слушаю. Я говорю, тебе что, день открытых дверей, что ли? Выкиньте до этого молодой. Я зашел поздороваться, братуха. Молодой, в разговор не встревай, когда старшие разговаривают в зеленой футболке, это во-первых. Во-вторых, ты сюда на такой умной лошади зашел, бывает, своими розовыми шкерами на стол наступил, Jesus, какой бардак устроил. Это ты мне говоришь? Матом ругай. А у кого здесь еще помимо тебя розовые шкеры, скажи, да, как братуху? Я Далтоник, братуха. Ты долбарик, а не Далтоник. Нахуй ты так разговариваешь? Зачем ты матом общаешься, скажи да мне. Это матом он общается. Где он матом общается? Да не беда. Подожди, успокойся. Смотри, в хату зашел, на стол залез в розовых шкирах. Я извинился, братуха. Ты сам перебиваешь. Зачем ты перебиваешь? Он тебе ничего плохого не сказал. Ты матом уже 2 раза здесь сказал. Ты нас никого не знаешь. Зашел сюда, тут стоишь, качаешь матом. Вот ты что хочешь, с Кирешкиным хлестнуться, что ли, или что? Ты знаешь, как он тебя укусит за яйца? Ты все за яйца сказал? Да, яйца это не мат, если что. Да. Не-не, подожди, братуха. Я зашел здесь без мата, я зашел, поздоровался с вами. А ты 2 раза уже матерился. Матерился это твой друг, братуха, а не я. В смысле не ты, здесь только свидетелей. А ты хочешь мне типа заслать? Не-не-не, вы хотите мне блок сделать, я не понял. Какой долг? Ну а что? Я тебе мужское слово говорю, что я не матерился. Ты что, хочешь блок сделать или что? Подожди. Тебе мужчина умер, когда ты эту обувь одел. Ты что вообще, ара, качаешь мне? Ты пару дней же с какими-то малолетками посидел. Нам качать хочешь, что ли, по фене эти пипсикольные разговоры? Ты что вообще, говоришь, я матом, говорит, не разговаривал. И сразу же следом мат у него идет. Ты что, натуре геры ждал, что ли? Или что ты сделал? Осуждаю я эти движения твои. Подожди, ты все сказал? Да, у меня-то, если я начну говорить, ты постареешь, ну, говори, твои внуки слушаю. умрут, пока говори. Я говорить буду, бывает. Говори, ради бога, давай, брат. Да давай. Говорю же я тебе, ты не слышишь, что ли? Говорю же я, ты зашел сюда в розовых шкирах, тебе за них начали качать, ты на стол наступил, ты мат в разговоре ара употребил, тебе за все это говорят, еще дальше матом кроешь, и в отрицалово идешь, что ты такое не говорил.
Теперь скажи да. Сейчас еще раз на стол залез. Ну что тебе говорить, да? Что тебе сказать-то? Я тебе говорю. Придурок от нормального чем отличается? Подожди, подожди. Замечания делаю, ты дашь мне высказать? Ты дашь мне высказать? Давай, где ты? Представься, как тебя зовут? Было? Донни зовут, брат. Донни? Да. Донни, цепной пес. Додик. Не, зачем, так, вот, зачем ты так разговариваешь? А ну где, где он? Где да он? Ты он? Позволил так разговаривать. Где ты? Где с тобой? Ты? Где ты? В смысле позволил? Я зашел поздороваться к вам на хату, и вы начали вот так агрессивно себя вести. Это некрасиво, не ребята. А не это некрасиво. У вас дверь открыта была, зашел в. Вы же хорошники. Не, подожди, брат. Подожди, брат, вы же хорошники, типа, зашел на хату хорошников, вы начали хуясосить меня, нахуя, блядь. Зачем ты матом опять ругаешься, скажи да мне, мой золотой. Ну потому что уже дошло, брат, дошло. Что дошло, когда до тебя дойдет, что так неправильно, лучше ответь да мне, я тебя прошу. Ты мне скажи, я зашел на хату, я себя как-то неадекватно вел. Ты на стол залез, ара, ты в розовых шкерах, мы тебя не знаем, родной, мы тебя не знаем. Кто-то звал сюда? Ай, я свой душу хавал. Сейчас натуре мочен до твоих губ дойдет, отошел отсюда. Слышь, ты карлик, я тебе так ебну, блядь, ты че как разговариваешь? Да подожди, да, ты же... Это он был? Бага Хаса, не трогай, Бага Хаса, не трогай. Я к вам на хату зашел, вы меня... Ты к нам на хату зашел в розовой обуви, матом ругаешься золотой и еще кулаки распускаешь. Кирешкин, хватит, Кирешкин, хватит, Кирешкин, хватит, я тебе говорю. Подожди, если тебе моя обувь не понравилась, возьми, сними свой, дай, братуха, в чем, блядь, проблема? А что я тебе должен свою давать, скажи да мне. Тебе не нравится, брат, мне. Если мне не нравится, я должен тебе давать, что ли, ну, скажи, конечно, да. Конечно, это где написано? Тебя это глаза бьет, братуха, это тебя глаза да бьет. Да меня глаза ничего не да. бьет, Донни. Ну а тогда, тогда зачем ты говоришь, брат, твои кроссовки играют розовые? Я свое мнение выражаю, я тебе, мой золотой. Я зашел, брат, сказал, я дал Тонику. А вы, о, твой друг мне говорит, ты долбарик, нахуй. А ты матом зачем ругаешься? Да. Брат, я зашел на армию. Давай, окей, без мата. Все, давай, брат. Ты ко всем против Майк Росс. Тебе не нравится против... здесь или нравится? Нет, четко с вами общаюсь, особенно с этим чуваком, четко мне общается. Мы понимаем друг друга, а ты начал долбарить, не долбарить. Да, это вот установка вот здесь в доме. Все, базару ноль, базару ноль. Все, без мата общаемся. Тогда все... Не только касаемо мяч, базару ноль, брат. Да никто здесь в этом клубе матом не общается. Ну, как бы человеку сказать долбарик, не знаю, что это как бы обидно, братан. Это оскорбительное слово, но не донимать. Базару ноль. Ну вот, видишь, убрать его. Смотри, на, брат. По твоему мнению. Нету геды, брат, ага. Все, все, вопрос снят. Все. Вопрос снят. Вот так же мы могли начать разговор сразу без мата, без кулаков. Хожи же, закусили. Ажи, пообщайся да с гостем нашим, который зашел сюда на уважительное гость, вам хлоток, дело. Гость, хлоток накинь-то его, он не да общается. Да что с ним общаться, вот он на вот-вотах уже. Ты что-то можешь сказать, да? Ты мне говоришь? Алле, в розовых кедах, уже снял, да их. Ничего, я ты тебе говорю, я снял, ты опять, да? Ты опять, братуха, про розовых кеды. Скажи, да я тебе ты заменил. Опять про розовых кеды, розовых кеды, розовых кеды. Мне одно интересное, ты же дальтоник говоришь, сними до штаны, да, можешь все мики от стрингов ты отличить не сможешь. Это что за железо? Подожди. А правда, то, что ты дальтоник, это все говорит. Это не оправдание, это по факту я вам говорю. Братья, ничего страшного, кто бы ты ни был, ты же человек в первую очередь. Он же снял обувь, пошел на контакт, матом тоже не ругается, ребята. Ассаламу алейкум. Мара, поздоровайся с человеком, который к нам в хату пришел, Мара, по своей коронке. Это Мара, познакомься здорово. С ним. Давай наш, познакомься. Брат. Здорово, брат, здорово. А как познакомиться? Как? Я тебе, просто... ты, Игорь, нажми просто и все. Розовый гель. О, Камбу, смотри, Камбу. Ай, Донни, пощечина в городе. Ты что здесь Аматом ругался, а? Донни, пощечина в городе. Подожди. Это чудесный, да, скажи, да, как, братуха. Ребят, дайте слово, Донни, дайте слово. Теперь на один вопрос мне ответь, слышишь? Я в шоке. Дайте Донни пощечина, скажи, да, пацаны. Ты сюда не залетаешь. Подожди, брат, подожди, Лахма, ты же здравый парень, братуха. Да я что, сам за себя сейчас буду качать, какой я парень, что ли? Не, подождите, мы же
конечно, здравые, да, здесь стоим, да? Насчет тебя я не знаю, в остальных я уверен, братуха, тебе только что передо мной Донни пощечину удали. Как это ты объяснишь, мой золотой? Окей, окей, сейчас тебе объясню, брат, поэтому я по этому поводу хотел общаться с ним лично. Вот я зашел к твоему... Вот, зашел в твою хату, братан. Ты в хате поднимаешь руку. Моя хата, во-первых. Неважно, неважно. Хата твоего друга. Подожди меня, мы эту тему, обсудили, братуха. Без разницы, ты главное, что тебе без разницы? Получил. Что тебе без разницы? Когда один ты тему обсудил? Не, подожди, подожди, подожди. А что тебе без разницы? Когда твои ребята, твои братья здесь, мы встали и порешали этот вопрос, и ты приходишь, подожди, ты приходишь, и даешь мне такой чапалан, блядь. За ты схавал, что ли, Донни, эту пощечину? Я не могу понять, хату, мой золотой. Не, подожди, Донни, в хате, Донни, родной, как послушай хата, меня, как Донни. Ты слышишь меня, Чичибуре? Донни, Донни, ты только что за руку качал, Донни, сейчас сам руку поднял. Ты что, своим словам не соответствуешь, что ли? Подожди, мой золотой, ты сам за себя порядочный парнем, Донни, в хате, где кушают пощечину. Чучуну не дают, мой золотой. Смотри, мой золотой, один вещь. Давай ты не будешь перебивать по очереди говорить. Сейчас тебя, может быть, подниму. Кажется, я первый раз вовремя стрельнул. За слова отвечаю. Поднимите до Донни пощечину, братья, как брату. Здесь незнакомцев больше, чем людей, братья. Вам так не кажется? Да, он накидывает. Сейчас этот натуре бадр мувахид зайдет сюда на хату, подумает, что за суета происходит, камбу. Вот и... Да, мой золотой. Помнишь, ты ко мне подвинял? Меня помнишь? Братишка, если бы я всех запоминал, я бы с ума сошел. Ты кто такой? Мы Раджан, дорогой. По телефону разговаривали сегодня. Да я за свою жизнь стольким людям по телефону разговаривал, мой золотой. Что-нибудь поподробнее скажи, да. Ты говорил на почту, ко мне подъедешь, ты подлетел ко мне, помнишь? Тебя менты потом забрали, я с тобой в машине ехал в ментовское. Ментовское. Что-то припоминаю. Салам алейкум, я тут, лахма. Ты еще говорил, подожди, там ты кто? Зука. А за звуком звони туда, звук. Бля, я, прикинь, бля, потерял, я сначала не понял, куда. Зуку, Зуку, Мара, поздоровайся, да, братуха, Зуку, жесть. Вот я в бэпе, вот брат, иди сюда, Зуку. Пожми да руку, брат. Вот, отойди со стола. Вон фиолетовым, братуха, руку дай, да, хотя бы. Оттуда начни со пожму. Всеми по рукам дай, братуха. Его рука, наша рука называется. Давайте поздороваемся, иногда. Это достойнейший человек, Зуку, жесть. Меня зарейдил, слушай. Ай, Зуку, щека в городе, что ли? Зука, Зука, да бьёшь тоже, чё он тебе уже пощёчину даст? Как ты можешь быть, как он может быть, Зуку, твоим братуха, если тебе пощёчину он дал, скажи, да мой золотой. И чё ты его так оставишь, хочешь? Зука, чё за суета, скажи, да. Вага, ты, брат, чё, не узнал, что ли, меня, даху? Ему в натуре уже кто по кайфу пощёчину в этой хате, кроме меня, должны ли, братья? Хажи, за что хоть он потерял, скажи, да. Того поднимите, да, который за поднятие рук с хата качал. Ты уже капюшон к щекам прилип, прикинь. Донни, пощечину поднимите, да, чтобы он за рука прикладство поднял, жесть, тем музе. Мара, ты ему какую сочную прописал, я в шоке в натуре, жесть. Ты как вообще звуки пощечину дал, скажи, да, Мара? Я не знаю, ты сказал поздороваться, я поздоровался, не путал. Это помнишь кто? Нет. Который на почте качал, что он не мусор, короче, а потом, когда к Дону поехали туда, он оказался мусор. Ну? Серьезно скажи, да это Зука, что ли? Это он, что ли? Да. Он, прикинь, не покаялся, имя поменял. Это а вот Зука. Мара, который жизнь не мусор, а и сейчас... Это не я, ты чё, блядь? А, шалить, Зука. Это Мура был, это не я был. Ты ругайся. Мусор, я матом не ругался, братан. Зука, жизнь, звук возле уха, жизнь, отмарина. Дайте на звук ваги. Да, Зук, дайте я скажу, говорю. Ага. Зука, говорю. Зука мусором был, да, в итоге? Не, я говорю, Зук, дай по-братски. Звуки или тебе звук? Звука без звука, да? У звуки сейчас звуки в ухе есть. Он натур не понимает после двух пощечин, ничего.
Он думает, куда я попал после Марвеловской пощечины, его унесло, братья, жесть, другой мир. В ушах звуки, у Зуки, прикинь. Зуки, Зуки, я бы, конечно, тебе руку пожал до того, как Марра тебе, жесть, пощечину дал. Сейчас, что за суета, я не могу понять. Мару, вымерните. Давай, да, без звука. Марра, Марра, как если выйти на улицу, блядь. Не нервничай, не нервничай. Я спокойный, я спокойный. В смысле, ты пощечину? Я Зуку как здравого парня знал, жесть, что за суета, что пощечины. Ты этот капюшон закрой да полностью пока. Эй, смотри, Зука, ты чё мои слова под сомнение поставил сейчас, что не понял? Звук добавь, Звук. Звука дай, да, Звука. Вот сейчас Звук дай. А ну, отойди-ка. Много раз. Как братуху. Да ему лучше не давайте. Чё делаешь? Чё делаешь? У него хожи. Чё делаешь? Мара, Мара. Положите, да, не делитесь, да, Мара, не делитесь, да. Руки пожми ты, да, в конце концов. Мар, пожми, да, ему нормальный пацан. Звука, пожми ему, маслят я вам сделаешь. Все, давай. Давайте руку пожми. Если ты работник, хабфайте жизнь. Я же не говорю, ты конкретно мусором был. Я же говорю, ты легавым был, понял? Это две разные вещи. Это не я легавый был, это Мура был, ты меня путаешь. Звука. Я недавно сюда зашел. Я не понимаю, мы что, в хайп реалити попали? Что происходит? Соседно интересно, пацан. Себастьян, это кто, скажи, да, вот это вот. Я теперь тебя на всю жизнь запомню, жизнь, Звука, который Мара лещанул два раза в хате. Да где Мара, где Мару, дай мне. Это натуре, когда уже слов нету, начинает психовать, идем выскочим, идем выскочим. Куда вы выскочите, братья, все в этой хате разговорами решается. Успокойся, ты что делаешь? Это как Лас-Вегас, то, что в этой хате остается в хате. У нас вообще изначально сходка была из-за Гаджи и из-за Кириешкина. Вот эти незнакомцы, вы здесь бардаки сделали, же покиньте эту территорию, или вон-то за бар отойдите, да? Неправда. Уже на ковер насрали, этот Кириешкин два раз пошел. Кто-то в розовых шкирах попало, Звуку лещанули здесь два раза. Здесь что, пока пойдем, да сядем, как братуху. Присаживайтесь, да, присаживайтесь, да, как братуху. Давайте, да, обсудим этот момент, как Марра лещанул Звуку, и что будет дальше у Кирешкина с Хаджи, когда он придет. И где тот, который снял розовые шкеры. У нас много чего есть обсудить, братья. Звука, позову-ка, иди-ка сюда. Звука, Звука, дай, да, Звука. Вот этот человек незнакомец, кучерявый, кто, скажи, да ты как, братуху. Кирешкин, не стреляй, да ты нахуй. Это Хамза. Хамза. Хам, брат. Ассаламу алейкум, всем алейкум, салам. Как тебе, салам алейкум. Альхамдулилля, супер. Вот заметь, какой здравый. Это макро стоял, ничего не говорил, не перебивал, вот. Аккуратно пришел. Не, у макро здесь уроки бывают. Ау-ау-ау, да, слушай. И че вот так тебя щек лишили с честью вместе? Че ты будешь делать вот здесь? Как ты будешь этот вопрос? А че ты за честь качаешь? Без щек тебя оставили здесь, брат. Неправильно разговариваю. Он там на полу свои две щеки валяют. Тебе зашли, салам алейкум кинули, ты, бля, слышишь, за честь сейчас говоришь, тоже неправильно разговариваю. Валек, салам, продолжаю говорить тогда. Я тебе не буду продолжать. Человек, который за честь говорит, ничего не буду продолжать. Ты меня услышал? Человек, который 6 пощечин схавал, он кто? Сейчас ты я пощечину схавываешь, я ему руку пожал, бля. Я не прочитал, он пощечину дает или руку жмет, бля. Надо читать 6 раз, как ты мог не читать, скорее, да? У тебя что за автомат, который по 6 раз нажимается, бля? Два раза было. Какой два раза было? Два раза только Мара тебе дал одной рукой, еще потом второй дал. Бля, у меня одна знакомая была, знаешь, на автомате, как я штаны спускал сразу, поняли, да, что делал? У них одинаковый автомат, походу. Не, это я не про Звука говорю, это не Звука делал. Вам можно вступить вот. Уже вступил вас. Нормальным пацанам можно, да. А чё ты ноги татуировками забил, шорты тоже выше колена поднял? Вас. А ты откуда сам? Я выведу. Со Ставрополя, брат. Ставропольский, да ты? Да, да. Чем занимаешься? Сколько лет тебе вообще? 25. А как зовут? Илья. Илья, да? А Муромец? Можно, братуха, можно? Тебе надо, чтобы рекрута найти, чтобы он тебя принял. Я сейчас ему объясню, брат. Я вот Габа тебе объяснит, отойди. Ильяс, отойди да вон туда с Габой, он тебе объяснит, что как в семью вступить, брат. Звуко, подойди да сюда. Что за суета, расскажи да. Что ты спотыкаешься, что попало происходит. Ты же я тебя знал. Но чести не лишаешься. Да, я же тебя всю жизнь знал, как достойного парня бывает же, который меня рейдил там, у которого толпа за спиной. Ты сейчас стримишь, да, Звуко? Да. Где хоть ты стримишь, охренеть? Да по-разному, хейк, твич, ютуб. Ты везде, да, вот так? Не, я только недавно начал, недавно ком собрал. Вот, научился OBS вот это все работать и... То есть, получается, сейчас многие из того, кто тебя знает, увидели, что здесь Мара же из тебя лещанул, правильно я понял? Пока что нет.
Никого он не рассчитывал, не, он говорит, да? Пожми руку, я на Y нажимаю, потом он, бля, бьет, но это неправильно тоже. Да я откуда могу читать? Мне говорят, пожми руку, я ему жму. Звука. А oh. 6 раз по счету не принимать правильно, что ли? 6 раз покажи, где был. Сколько раз было? Я даже сбился со счета. Ты не сбился, ты просто сейчас воздуханишь много. Гадж, как в смысле воздуханишь? Тебе реально много пощечин дали. Ты в прямом тоже. Да куда же она одна была? Ты обоснуй. Первую понятно. Эй, вы определитесь, кому по очереди говорить надо. Тормози, тормози. А, вот пришел. Кто это руки поднял? Где он? У Вахина что за на хате скотка нет гамбу? Кто чамалам дал? Донни приехал. Донни. Здесь можно уже чисто отряд собирать тех, кому Мара пощечину дал. Я дал тебе пощечину дал, он где? Я тебе дал пощечину, вопросы какие-то. Где ты? Где? Вот я перед тобой. Твои одежды ставил. Звука. Чё ты и так достойно ты так стоишь, да? Звука, не расстраивайся, ты не один. Достойно ты стоишь, подожди, ты достойно так стоишь? Не, он же сколько качал, что он дальтонник. Подожди, брат, дай пообщаться с ним, да? Ты как фиолетовый цвет узнал сейчас, не понял? Здесь кушаете, вы здесь встречаетесь, семья, не семья. И ты берешь. И ты подожди, Зука, брат, Зука, и ты берешь, руки поднимаешь здесь, походу, да? Зука, эй, в эту хату без мата надо залетать, чтобы пощечину не получать, понимаешь? Мы же один этот мат, вопрос с твоими друзьями, послушай меня, мы же за этот вопрос с твоими друзьями решили, да? Ну ведь со мной ты не решил, со мной по-другому было. То есть твои друзья, подожди, то есть твои друзья, в словах твоих друзей для тебя это все равно, я так понимаю, да? Все равно, ты что-то понял. Ну да у тебя так получается, брат, в смысле ты говоришь, блядь? Не, подожди, я тебе по факту говорю. Я тебе по факту сейчас говорю, да. За свой мат. Ты сейчас свои слова. Ты не заикайся, бедолага. Подожди. Я сейчас тебя в этот камень вместо дров засуну, гореть будешь, пылать там огнем. Вот, все, что ты можешь сделать, вот это все, типа руки могу, поднять, могу, понял? А словами делать. ты не потянешь на слова. Я тебе говорю. Вот я стою с тобой, словами общаюсь. Если бы ты без мата сюда залетел, бы я тебя не тронул. Вопрос с твоими друзьями решил. И я извинился, понял? Ну а кто ты такой? Кто ты? Ты здесь присутствовал? Ты здесь присутствовал? Подожди. Ребята, кому дал пощечину Мара, соблюдайте субординацию по очереди, решайте тебя с ним вопросы. Да, ты здесь присутствовал? Я всем многим здесь пощечину дал. Подожди, ты здесь присутствовал? У меня очередь, как Мрэо Гаи, понимаешь? Ну ты знаешь, что тебе колени не могут выстрелить, чтобы ты вот так не... Ну давай выстрели сюда, муж. Выйди, иди сюда, выйди на улицу. Не хочу выходить, зачем? Я постоянно тогда и выйду. Мара, что за легенда? Мара, знаешь, что здесь жить? Рука на улице не поможет. Да эй, кому брат... пощечину дал, все в очередь. Нет, ты в очередь, Саня, давай. Сейчас Зуко, братья, за пощечину качает. Я следующий. Зуко, обтори в городе. Ты сейчас вот этому человеку сказал, он зашел с матом, ты ему пощечину дал, правильно? Если бы он не потерялся, ты бы ему руку дал, правильно? Да. Так, почему, когда я захожу, салам кидаю, ты мне тоже пощечину дал? Я тебя не узнал, у тебя капюшон закрытый был из-за этого. Он открытый у меня всегда был, Вот ты сейчас лицемеришь или что? Не лицемерю, почему лицемерю? Ну это неправильно, видишь, я же не с конфликтом зашел, ты просто ударил и все. Нет, братан, ты ошибаешься, братан. Понимаешь, братан, ты ошибаешься, братан. Хорошо, братан, я понял. Зуку! Это неправильно, это я говорю. Можно я предположу, почему тебе пощечину дал? Мара, давай тебя вытащишь, это яму ты не увозишь. Да, брат. Зука. Не родила мать того сына, который мне пощечину поставит, братан, запомни. Как я уже 6 раз родила пощечину. В чем проблема? Ему, ты как мужчина руку хотел дать, но потом ударил. Ну, а второй раз ты что, читать не умеешь, что ли? Бля, второй раз я просто на автомате. Вот ты опять матом ругаешь. Второй раз понравилось, да, Зука? Вот ты опять матом, ты на слово быть сказал, сейчас опять тебе можно пощечину дать. Там знаете, что за суета? Два раза... послушайте, да. Два раза же от Марата было, и один раз от кого-то было. Да, была. От Яхи Прайда было, Яхи Прайда было. Зука, это да, по привычке можно вот так уйти, понял. Ты подсел, что ли, на это кайф собачий, Зуку, скажи, да. А ты чё сидишь, много болтаешь? В смысле, сидишь, много болтаешь? В прямом, что ты много болтаешь? Тебе пощечину дали, ты сейчас в таком состоянии аффекта, как собака на пролежье. Тебе зашли как гость. И что ты зашел как гость? Ва алейкум салам. Я твою щеку, что ли, под его ладонь подставил, Зуку, скажи да мне. Ты пощечину хапнул, так качаешь, как будто ты только что Олимпийские игры. Зуку, скажи, вот тебя кто-то сюда звал, да?
Ле, вот я за это же. Я по кайфу, мне стало, я сюда зашел. Смотри, ну, мне даже по кайфу стало, я тебе пощечину дал, понимаешь, да? Жука, смотри. Максимум где пощечину, может, это под влиянием своего ёбаря, ты меня услышал? Заку, Зуку, смотри, опять ты криво базаришь, брат. Зачем ты матом ругаешься, Зуку, скажи, да? По кайфу мне, ну, покинь тогда это место. Потому что вы не взрослые люди. Ты покидаешь этот проект, Зуку, а ты взрослый человек, который любишь пощечины, когда тебе дают, Зуку. Давай покину, и что ты поплачешь там, пожалуешься, что ты сделаешь? Да кому я пожалуюсь? Тебе люди заходят специально с тобой пообщаться, ты стоишь, бля, со своим шакалом. Я причем тебе пощечину дал, Зуку, я не стою, Зуку, я не стою, мой золотой, я сижу, а ты лежишь, Зуку, тебе пощечину дали. И данный человек покидает наш проект, друзья. Ему на туре щеку, брат, уже продырявили, он дальше на тебя газует. За слова, ты сейчас такой щекой красной стоит, Бояджи, и мне пытается доказать, что она не красная. Да, она такая опухшая, как будто ему этот Бояджи пельмень по щечину дал, Бояджи. Я ну столько хотел сказать. Это все понятно, Донни, Донни, теперь твой выход, раскачай да ему мой золотой. Что за суть? Донни адекватный, здравый чел, Бояджи. Донни на словах забирает, по-моему. Донни, да, хоть и с пощечиной, но он качать может что-то, Бояджи. Донни, а Донни бы на стол не долезал еще, было вообще по кайфу. О, отшали, Донни, ты что делаешь? Скажи, да, Донни, тебя не слышно, Донни. Слышно сейчас? О, я с ним расход дал, брат, я ему чапалах пару дал и все, короче. Какой ты мне чапалах дал? Донни, ты же качал, Донни, ты же качал, что дома руки не поднимаю. Да я и качал, брат, и буду качать, брат, я ему говорю, но он не понимает. Понимаешь, это он не понимает. Жизни не понимает. Я ему говорю, я зашел у тебя, как либо у тебя, либо у твоих друзей, мы с твоих друзей. Выяснили этот вопрос, он мне говорит, ну и что с моим, ты со мной не выяснил, говорит. Ты если со мной эта не тема выяснил, вот именно. Блядь, извиняюсь. Ты что, канадца одного места вытягиваешь? Я просто эмоциональный, брат, ты не надо тебе схватываться за мои слова, понял, брат? Я тебе вот реально стою и тебе объясняю, вот реально объясняю тебе то, что так. Мы со твоими друзьями, мы просто тему решили, понял? Хорошо. Ты говоришь, типа, ты со мной не решил, если мы эту тему решил со своими друзьями, то если эта тема закрыта, то с какого фига ты эту тему открываешь? Объясни мне. Мы же забыли ему сказать, что эта тема закрыта. Да. Не, в смысле забыли, брат, в смысле забыли. Он подошел, я ему сказал. Не, брат, он подошел, я ему сразу сказал. Он как подошел, я ему сразу сказал, что мы это порешали. И он еще, узнав это... Он начал говорить, мне все равно, ты со мной это не решил, понял? Брат, смотри, ты сейчас подожди, да, брат, подожди, да, тормози, да? И ты сейчас мне говоришь. Сука, пощечина тоже под ногами же здесь, что за кач? Ты переключайся, ты со мной разговариваешь. Подожди, что там говорит начальник? Суки, что за щеки удобные же? Ты тормозы, блин. Дайте высказать. Дайте на Донни высказать. Да. Большой палец засунем в эту дырку, готовим щеки. Слышь, Зука, слезай во-первых, ничего так. Эй, Лахма. На Зуки на щеке как по кайфу ноги держал. Чтобы он тебе зубами ногти послик, скажи. Зука, маникюр сделал это и педикюр, как братуху мне зубами. Там пообщайся, Донни, у нас тема поменялась. Как тебя зовут, чтобы тебя поймали? Меня звать не надо, я сам приду, если надо будет. Ты говори, я тебя слушаю. Ой, ты это что, ВКонтакте прочитал? Меня звали, да, туда, сука, да, я типа блатной. Ты да. что, да, ты элементарные правила не соблюдаешь, где понял? Где правила? Ты, надо ты правила, ты элементарные не знаешь, о чем речь. Это чем ты невоспитанный речь, хам, незнакомую не хату заходишь я и начинаешь матом жизни, ругаться. Подожди, я никогда в жизни руку не поднимал. Брат, послушай, дай мне высказать, по-братски. Дайте дай ему высказать, братья. Ты какие-то слова. Если ты не хочешь чьи-то словами говорить, ты свой язык найди. Брат, дай им высказать, по-братски. Я тебе тоже дойду, родной. Да, ты... Брат, ты здравый парень. Сейчас ты до да меня как можешь дойти, скажи? Дойду, бля, и до тебя дойду. Донни, ты же не в Mortal Kombat, мой родной, же куда-то доходить здесь по ступенькам. Ты здесь, брат, просто должен раскачать Мари и всем окружающим. Я с ним...
Ты как вообще пощечину выхватил, братила, и стоишь, и затерпелил этот момент, и что-то кому-то качаешь, родной. Ты сидишь, ты же понимаешь. Я сижу, братуха, и подо мной Марина пощечина, сука, жесть, удобно прилег, вообще. Дальше еще раз качай, да, Донни. Подожди. Вот, ты стоишь, типа, я у тебя, тебе говорю, типа, твои друзья со мной решили этот вопрос. Ты мне говоришь, что мне все равно, ты со мной не решил. Как думаешь? Теперь вот скажи, как по-мужски, как думаешь, это нормально или нет? Отойди да отсюда. По рукам дай да снимай разаново и это вопрос закрой да. Эй, Кирешкин, успокойся. Я сейчас кость кину туда, лестницу побежишь. Ты подожди, Кирешкин, пока что. Жопу закрой, блин. Эй, я тебе сейчас внутри закрою, Эй, Мара, 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 Мара. Пока палец не засунул. Кирешкин, иди сюда, а то он сейчас обратно умолчится. Погладь, да его камбу хоть уже чуть заслужит. Я не буду с такими разговаривать. Лакомство, дай да ему лакомство. Я с таким, как ты, никогда не буду в жизни разговаривать. И в натуре не буду, не буду. Роял Канин корм похавал, первый жизнь здесь исполняешь. Тормози, да, Кирешкин. Со мной так не надо общаться. Да ты натуре... А что ты только на меня обижаешься? Всю жизнь можно было, сейчас нельзя, что ли, мой золотой? Никогда нельзя было мне. В натуре тёлки начинают голос повышать, как макароны учатся варить, а он как рояль Канин похавал. Эй, Донни, где Донни? Да ты вообще бака закройся. Братья, братья, дайте да по-братски, Донни раскачает за пощёчину, которую ему дали. Да он... Ты забудь эту пощёчину уже. Как забыть, у него щека опухла, смотри, да, как будто пчелы покусали. Не опухла, я хочу до этого человека донести, то, что он был неправ, понял? То, что ты дал думаешь, тебе пощечину, да? Не поймет, да, брат? Эй, брат, я его давно знаю, бля, как он поймет. Ну тогда зачем ты говоришь, что я с ним пообщался? Я же поэтому тебя тормозил, и как шестерку ладу. Вы по щеке или за щеку дали, я не понял, Донни. За две щеки. Ты натуре на шестерке, как на Ламборджини, разогнался, тебя хрен затормозишь, понял? И только Марина пощечина смогла тебя остановить, жесть, Донни, черт побери. Меня никто не остановит, брат. С такими крышкерами, брат, ты всегда должен быть готов к пощечине. Ты заслабился. Мара, давай уже ему, черт подери, руку и закрой до этого вопрос. Вторую, да. На, держи, я тебе руку даю. Закройте вопрос, зачем ты тоже больше матом не ругайся. Я, да, брат, Мара не догоняет уже... завуалированные смс-ки, что ли? Ни разу не мату здесь уже не ругался. Как я поизменился, вот тот человек честно сидит. Честно сказать, вот твоя пощечина его поправила, Мара. Он вообще изменился с того раза. Да, конечно, брат. Все люди вот, в Штатах, Штатах меняются. Не. Давай вот я вас на телефон сфоткаю, Мара. Хотя бы по рукам закину к себе в инста, жесть. Дайте еще раз по рукам на видео, братья. Потому что вы слишком, жесть, это как-то социально здесь. Давай заново по рукам дайте, братья. Мара. Не прогоняй. Случайно, случайно. Отвечаю случайно. Вот ты мне руку пожми, я реально случайно. У меня на автомате. Эй, молодой, отойди. Я уже не хочу пожать себе руку. Ты знаешь, с кем сработало бы, да? Зуку бы сам подбежал здесь сейчас свой щеку и сказал, Вэлли, еще не до меня, Мара. Зука, зука, вот ты с Маратом решил вопрос, ты говорил, до меня дойдешь. Дошел до меня тогда, получается. Я-то хотя не после там Марата, да? Да-да-да. Ты после этого Матару же. Я просто хотел тебе сказать, брат. Просто тебе хотел сказать, что не надо перебивать, когда мы общаемся, понимаешь? Это перевод, жопу закрой. Уже цель меняется. Доня, отходишь, брат. С Кириешкин, походу, хочешь с вами общаться. Вообще испортился последний. Кириешкин. Доня. А ну да, отойди брат. Чуть-чуть в сторону. Ты чё, бля, не ту жопу понюхал, это. Что ли? Не понял, куда идти? Жопу закрыл, ещё раз тебе говорю. Как, братуху! Пока его не закрыли. Ты когда нюхаешь им, скажи, чтоб закрывали. Это же да закрыть, да. Не закрытые жопы не нюхай, а то то, что с тобой случилось. Еще раз тебе говорю, остановись, пока остановка для тебя конечной не стала. Натуре, ты смотри, да хоть что, они обедали, бля, прежде чем понюхали. Понюхай сейчас ты мои яйца. Подожди, Рустам, помидор на носу здесь, подожди, уберу. Ой, как братуху. Помидоровая шкурка, жесть. Аж шали, ты грязный гал стал, жесть. Это то, суки, речки. Вчера чё эта собака помидоры хавала, что ли, что у неё помидор? Это чё за привычка, жопу закрой, жопу. Ты открой, сейчас затолкаем ногу в тебя же. Марат, готов? Я на сюда готов. Нога не болтай. Эй, Мару уже, походу, не поднять, да? Эй, я пошёл, братья, жесть. Всем салам алейкум, камбу на связи. Салам алейкум, ассалам. Донни, рад знакомству, братуха. Взаимно, брат, взаимно. Да, завтра.
этого до молодого завтра, да. укокошили, здесь пускай эта кошка испражнится на него тоже здесь под конец. Гази, гази, хоть как пострадал, мне интересно в своем Гуччи костюме.